Армысыздар арнамыздың аяулы дардақты, қымбатты да қадірлі телекөрермендері. Өздеріңізбен бірге әр таңдарыңыздың шуақты болуына септігін тигізетін Көкше телеарнасында Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Таңсәріден сіздерге бар жақсылықты тілей келе бүгінгі хабарымыздың кезекті шығарылымын бастаймыз. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Сіздерді көтеріңкі көңіл күй сыйлауға біз барымызды саламыз. Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире программа «Кокше Нуры», и с вами я, Юрий Бердиенко, и моя соведущая Жансая Каимхан. Сегодня середина рабочей недели, среда, давайте сделаем ее чуточку позитивней, и всю неделю, и конкретно этот день, и начнем с замечательной музыкальной композиции. Внимание на экран! Я сарсенбінің сәтті күні сіздерге тек қана жақсылық, қуаныш, бақыт, береке, бірлік алып келсін. Сіздерге осы әдемі тілектенген, әдемі әсем ән ұстамыз, арнадан алыста баңыздар, керемет ән тыңдап, көңіл күйді бірге көтерейік. Уважаемые телезрители, каждый человек должен развиваться не только физически, но и интеллектуально. Поэтому давайте начнем, наверное, с нескольких интеллектуальных вопросов касательно нашей сегодняшней темы. Вы как раз вы поймете, о чем мы сегодня будем говорить, и сможете выиграть замечательные призы. Итак, первый вопрос. Вам необходимо позвонить нам в студию по телефону 252505 и назвать три вида танцев, наиболее известных. И второй вопрос. Вам необходимо назвать трех исполнителей танцев казахстанских, известных, ну, можно сказать, по всему миру.
Мы ждем ваших звонков, звоните и выигрывайте. Қымбатты телекөрермендер, өздеріңізге арналған арнайы викториналық сұрақтардың бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетеміз. Егер де біздің осы арнайы сұраққа жауап берген жағдайда біздің арнамыздың арнайы керемет сыйлығына ие боласыздар. Ол үшін 252505 номеріне хабарласыңыздар, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Сонымен алғашқы сұрақ, бидің қандай түрлері бар? Екінші, елімізге белгілі атақты бишлерді атаңыздар. Егер осы сұраққа жауап берген жағдайда міндетті түрде хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Ал қазір әдеттегідей таңғы жаттығу айдарына кезек берек. Орындарыңыздан тұрып, бізбен бірге таңғы жаттығу жасаңыздар, денелеріңізді шынықтырыңыздар, көңіл күйді біздің арнамен, біздің бағдарламамен бірге көтеруге бар күштеріңізді салыңыздар. Олай болса да, арнада 3-4 айдары. Да, давайте перейдем к физической разминке. На ваших экранах рубрика 3-4. Инструктор по фитнесу. Сегодня у нас разминка с гантелями. Шагом марш. Марш. 4, 3, 2, 1. Делаем вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Марш. 4, 3, 2. Степ-тач. Вправо. 4, 3. Еще 2, 1, захлёст на каждый счет, захлёст, 4, 3, 2, степ-тач, еще степ-тач, 4, 3, 2, 1, руки на пояс, 4, 3, осталось 2, 1, open step, вправо, 4, 3, еще 2, 1, добавили руку в сторону, в сторону, 4, 3, еще 2, 1, рука наверх, вверх, вверх, 4, 3, 2, 1, руки перед собой, разворот корпуса вправо. 4, 3, 2, 1. Собрали ноги, перешли на марш. Делаем вдох, выдох, еще вдох, выдох. Берем гантели, ноги на ширине плеч, разводим руки в сторону. На 2 счета в сторону, 2, вниз, 2, наверх, 2, вниз, еще 2. На каждый счет 8, 7, еще 6, 5, 4, 3, осталось 2, 1, 3, пружина, 3, 2, 1, вниз, 3, 2, 1, на каждый счет 8, 7, 6, еще 5, 4, 3, осталось 2, 1, наверху пружина, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, опустили руки вниз, завели перед собой, вперед, 2, вниз, на 2 счета наверх, на 2 счета вниз, последний раз, на каждый счет 8, 7, осталось 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, качаем, 3, 2, 1, вниз, 3, 2, 1, последний раз, на каждый счет, еще 4, 3, осталось 2, 1, наверху пружина, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, опустили руки вниз, присед, 2, вниз, 2, наверх, на 2 счета вниз, на 2 счета наверх,
Еще. На каждый счет вниз, наверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Три, качаем. 3, 2, 1. Наверх. 3, 2, 1. Еще 2. 3, 2, 1. Последний раз. На каждый счет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Внизу пружина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наверх выросли, убираем гантели. Ноги ставим шире, делаем вдох, выдох. Еще один вдох. И выдох, ушли вниз, перешли в правую сторону, ушли влево. Центр, обхватили ноги руками, потянулись вперед. Ладони вниз, аккуратно собрали ноги вместе. И начиная от поясницы, медленно раскручиваем позвоночник наверх. Плечи заводим назад. 1, 2, 3. Шире шаг. Правая рука в сторону, левая рука в сторону. Красиво встали, себе похлопали. Молодцы. Уважаемые телезрители, каждый день по-своему уникален. Буквально через неделю, месяц или там два дня мы не помним то, что происходило вчера или позавчера досконально. И это хорошо, это спасает наш мозг и наш организм от нервного перенапряжения и всего остального. Но при всем при этом, каждый день несет в себе что-то очень-очень важное, причем важное для всего мира. Давайте сейчас посмотрим, каким был сегодняшний день, 13 февраля, в истории. Олай болса, қымбатты телекөрермендер, өткен күн тарих, бүгінгі күн жалпы, бүгінгі болашағымыз өткеннің тарихы деп айтып жатамыз. Дәл қазір біз тарихта дәл осы күні қандай оқиғалар орын алды екен, оны білу үшін келесі айдарды назарларыңызға ұсынамыз. Тарихтағы осы күн айдарын бірге тамашалайық. Он үшінші ақпан, Бразилияда Рио карнавалы. Бразилиядағы ең үлкен, көркем, эмоциялық, көңілді халық көрмесі. Бұл мереке жыл сайын Пасха күніне орайластырылып тойланады. 1915 жылы, 13 ақпан, Семей қаласында, Қазақ топырағында европалық үлгідегі тұңғыш спектакль қойылды. Сахнаға қоятын пьеса болмағандықтан спектакльдің әдеби негізі ретінде Біржан мен Сараның айтысы алынды. Айтыстың сахналық жүйесін жасап, спектакльді қойған Жүсіпбек Аймауытов. Дәл осы күні дүниежүзілік радио күні, 2011 жылғы 3 қарашада ЮНЕСКО бас конференциясының 36-шы отырысында бекітілген. Халықаралық күнді енгізуге Испания бастамашы болды. Бұл күн кездейсоқ таңдалған жоқ. 1946 жылы Біркен ұлттар ұйымы өзінің радио қызметін Біркен ұлттар ұйымы радиосын іске қосты. 515 жыл бұрын алғаш рет жазбаша түрде бухгалтер сөзі пайдаланылды. Неміс тілінен тікелей аударғанда кітап ұстаушы деген мағынаны білдіреді. 19 жыл бұрын мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтау бағдарламасының аясында аты аңызға айналған Қазақстанның жазушы жауынгері Бауыржан Момышұлының 30 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. Сондай-ақ 85 жыл бұрын жазушы очеркші КСРО журналистер одағы сыйлығының лауреаты Жанайдар Баймырзаұлы Мусин дүниеге келген. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Эфирде Көкшен нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы екенін естеріңізге саламыз. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Бағдарлама басталғалы бері сіздермен бірге әсем ән тыңдадық, таңғы жаттығу жасадық, тарихтағы осы күн айдарда да зер салдық. Енді тағы да бір музыка тыңдайық, одан кейін бағдарламаны әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің бағдарламамыз тікелей музыкаға қатысы бар деп айтуға болады. Біз бүгін жалпы би өнері, оның тарихы, оның қызықты, шыжықты сәттерімен ой бөлісетін боламыз. Ал оған дейін дәл қазір шағын музыкалық үзіліс, одан кейін бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Да, дорогие друзья, давайте послушаем музыку и после этого перерыва будем встречать гостей нашей сегодняшней студии. Внимание на экран.
Кыматты көрермендер, біз бағдарламаны жалғастырамыз. Бүгінгі біздің хабарымыз «Бей, өнер, бейгі» деп аталып отыр. Да, в гостях у нас сегодня Киши Еверина, руководитель танцевального кружка «Сымбат» при Назарбаев интеллектуальной школе, и Бейсенов Амир, победитель конкурса «Армандо Стар». Он выиграл его вместе со своей напарницей Дианой Тургаутовой. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые гости. Как настроение у вас сегодня? Неплохое. Довольно хорошо. У вас, я думаю, после победы в конкурсе вообще замечательно. Это да, есть такое. Да. Воодушевилось. Давайте с вами поговорим о том, вообще, как создавался кружок «Сымбат», откуда он взялся и чья была идея его создания. Я являюсь руководителем танцевального ансамбля «Сымбат» на эстрадо-хореографическом, получается, у нас направление при Назарбаев интеллектуальной школе. Вот. У нас, получается, старшая группа, в основном это восьмиклассники, с 8 по 10 класс старшая группа, направление у нас современное. Создался он у нас в 2014 году, тебя еще не было. В 2014 году, и на протяжении стольких лет он уже существует. Также у нас есть и младшая группа, довольно много детей и желающих у нас ходит. Только в этом году мы решили принять участие в таком масштабном конкурсе в городе Астане. «Армандо Стар», который называется, как вы уже сказали, он проходил у нас 31 января. Это был республиканский конкурс. Конкуренция, конечно, была довольно сильная. Как мы уже предварительно уже положение когда читали, мы уже поняли, что конкурс, конечно, достойный. А откуда были участники? Участники были из разных городов, в том числе и Астана, и районы были, и как штаб, получается, два. То есть не только представители танцевальных кружков, допустим, но и из крупных студий каких-то? Конечно. Цель этого конкурса – открыть новые таланты и воплотить мечту не только хореографов и танцоров, но и вокалистов, эстрадников, получается, режиссеров, сценаристов, и так далее. То есть тех детей, которые у нас одаренные. Этот конкурс раскрывал таланты. Участники какого возраста допускались? Какого возраста? Получается, по положению там не было ограничений от 10 лет до 30 лет. Угу. Поэтому с нами соревновалась девушка из города Астана. Ей был 21 год, она была солисткой театром. Сейчас с ней соревновались. Профессиональная студия, она, если не ошибаюсь, была тоже. Отдельно же оценивались, я так понимаю, это разные номинации? Да, это были разные номинации. Те, кто пели? Конкретно наша номинация была хореография. Да. Мы участвовали там. А сколько лет вы уже занимаетесь? Я занимаюсь второй год у Эвелины Михайловны в школе. А до этого, получается, Амир у нас брейк-дансер. С этим мы немножко столкнулись, с этими проблемами, потому что мой кружок – это в основном модерн, контент. Так, какие проблемы есть у брейк-дансера, которые приходят в ваш кружок? Конкретно в моем кружке у нас, получается, мое направление – это конкретно модерн. Да, это эстрадно-хореографический танец, а Амир у нас занимается брейк-дансом. Естественно, модерн предполагает, что это основа – это классический танец, да, это балет, скажем так. Где предполагают натянутый носочек, хорошая растяжка. Сами понимаете, что брейкеры этим не особо владеют, поэтому немножко пришлось поработать, но Амир справился с этой задачей, я так считаю, с моей профессиональной точки зрения. И а есть что-то все равно сейчас в модерне от брейк-данса осталось? Нет. Да, немножко от осанки осталось. Не всегда удобно держать осанку. А, конкретно в нем? Да. Вообще, у него колоссальный... шажки, скажем так, в этом плане, то что Амир уже хорошо держит и осанку, как он сказал, у него и прекрасная растяжка сейчас, потому что мы очень много над этим работали, чтобы достойно выступить. Не хуже остальных, по крайней мере. Я довольна. Амир, осы беге қалай келдің, қалай қызығушылық пайда болды? В 7 классе у нас по субботам был кружковой день, и в кружковой день у нас был урок хореографии, который вели учителя Эвелина Михайловна, хореограф. И ко мне с моим другом подошли и спросили, с моим одноклассником, не хотите ли вы присоединиться к кружку танцевальному. Изначально у нас велись не только модерн, контемп, у нас были еще и хип-хоп ставились. И по сей день ставится в школьных. Это вы ставили тоже? Да. Да. Мы участвовали просто в школьных соревнованиях, конкурсах какие-то. А конкурсы конкретно мы уже попробовались недавно, скажем так, новички в этом плане. Но думаю, что до этого не ездили. До этого мы в ноябре месяце тоже участвовали в конкурсе. Он проходил здесь, это республиканский конкурс был, он называется «Дарабос».
Там мы заняли с этим же танцем первое место. А что это за танец вообще? Танец... «Дыши сердцем» называется танец. Расскажешь про что? Давайте попробуем. Постановка заключает в себе... Социальная тема? Да, социальную тему. То есть там история какая-то раскрывается? Да, история. Главная героиня, которая играет Диана, моя подруга, напарница. Она по постановке, она слепая, а я ее друг, который показывает этот мир с помощью обаяния, с помощью слуха, осязания. Ну, то есть он показывает ей, что можно радоваться жизни и не видя его, в принципе. Вот это немножко мы взяли тему служения обществу. Вот, и она немножко такая театральная постановка. Я так как до Назарбаев интеллектуальной школы я работала в казахском театре 13 лет, и поэтому эта тема мне близка, и я люблю постановки вот именно с театрализацией очень сильно. Я решила попробовать именно в этой интерпретации, попробовать постановку поставить на, именно на конкурс. Интересно, у нас... почему у меня такая тема? Ну, она, как сказать, тема о дружбе между девочкой и парнем, да, что... Это актуальная тема в наши дни, например, да, что нужно показывать детям, что если вдруг что-то с тобой случилось, это не значит о том, что нужно опускать руки и в дальнейшем как-то, не знаю, закрыть на себе. Да, то есть жить можно и нужно. Конечно. С любыми недугами, с любыми проблемами, скажем так. Это не то, что я показываю слепоту девочки, да, это вообще, это в общем абстракция того, что жить нужно продолжать, несмотря на... В любых условиях и ситуациях. Да. Замечательно, интересная тема. А не сложно, если адам имеет, то бить театрлых, бить курситу? Нет, абсолютно. Нет, не сложно. Нет, и, ну, смотря какая тема, конечно, поэтому мы взяли конкретно дружбу между девочкой и парнем и поставили на двоих конкретно, потому что, ну, естественно, вытащить театрализацию с двух людей, которые, в принципе, к этому отношения не имеют, да, было это немножко сложно, но у нас есть... руководитель театрального кружка у нас в Назарбаев технической школе, Асылбек Салимжанович, он нам помог, спасибо ему большое. Именно вот поработал с ребятами над эмоциями, что нужно сделать. И в Астане Диана даже заплакала на сцене, это было феерично просто, я считаю. Я не ожидала, честно, она вытащила из себя эти эмоции, да. Видимо, она настолько сама пропиталась. Она и пропиталась, да, и музыка, конечно, тоже сыграла роль, сам сюжет, получается, и, ну, эмоции, которые мы там пережили, потому что мы очень сильно переживали, да, и у нее все это вышло на сцене, и это было просто потрясающе. Ну, она расскажет еще об этом. Здорово. Ну что ж, давайте буквально на пару минут прервемся, посмотрим рекламу, сделаем небольшую паузу и продолжим наш разговор. Хорошо. Матурмен жарнамага кезек берек арнадан ауыспаңыздар. Если у вас юбилей или свадьба, день рождения или профессиональный праздник, вы можете передать музыкальный подарок родным, близким и коллегам и доставить им незабываемые моменты радости. В этом вам поможет музыкально-поздравительная программа «Сазды-Салем» Бурабай Алиндеры. Ваши заявки принимаются по телефону 25 77 88 или в нашей редакции по адресу город Кокшетау, улица Мактай Сагдиева, 19, областной телеканал «Кокше». Әлі күнгі дейін бұл жаңалықты естімедіңіз бе? Енді бізде сүйікті бағдарламаңызды немесе фильміңізді көру өте ыңғайлы. Теледидар Сызақ. Біз әрдайым жаныңыздамыз. Өз телефоныңызға Қазақстан қосымшасын жүктеңіз. Бұл менің Қазақстаным. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Сіздермен бірге Көкшенұры таңғы танымдық көңіл ашары бағдарламасы, біздің бүгінгі бағдарлама би өнер бигі деп аталып отыр. Осы би өнеріне қатысты қызықты ақпараттарыңыз, қызықты оқиғаларыңыз, айтар сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Да, ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, с кем было сложнее всего соперничать вот на этом конкурсе? С девушкой 20. С солисткой, да, получается, вот, она уже как профессионал шла, и поэтому вот с ней было сложности, ну, потому что техника поставить. Нет, у нас была одна номинация хореография, но возрастная категория у нас была одна. Да, тоже.
Так, я не пойму, если она поет. Нет, она танцует. А, она танцует, она именно сольно выступает в танце. Да, у нее было сольное выступление, получается. А у нее что за танец был? У нее тоже был модерн этнический. Ну, в казахском немножко стиле, да, она, ну, она что-то смешала где-то, вот то, что немножко непонятный стиль, конечно, был, но вот в этом стиле казахский танец вот она представила. Вот, и ее попросили потом еще повторно станцевать, и в итоге она заняла у нас, по-моему, первое место, да, взяла. А вы гран-при? У нас гран-при. Как так вышло, что непрофессионалы сумели обойти профессионала? Ну, наверное, может, какой-то детской наивностью какой-то что-то у них. Вот все равно, и, ну, из сюжета, может быть, взяли... Искренними чувствами, которые на сцене. Да, они, детские эмоции, они всегда же как на сцене, они чувствуются, например, да, чем просто профессионал вышел и станцевал. Ну, конечно, не в обиду никому. Вот. Ну, я так считаю, это мое мнение. А вы сами не участвовали в этом конкурсе? Нет, я уже давно нигде не участвую, если честно. Я люблю, когда мои ученики занимают что-то или... передают мои какие-то идеи на сцене. Вот это я люблю. Благодарность зрителей, когда танцуют мои ученики, это для меня гордость прежде всего. То есть вы сейчас стремитесь именно вот в педагогическом русле работать? Да, конечно. А сами сколько лет вообще танцами занимаетесь? О, сейчас скажу я вам. Так, уже 17. Начинала тоже из брейк-данса когда-то. Немножко это помешало моей карьере, потому что осанка была не та. Педагоги немножко ругали меня в этом плане, но это мне и помогло, потому что современные танцы не всегда востребованы. Вот. А в модерн я перешла конкретно уже лет 5 назад. И сейчас полностью только в этом направлении? Нет. У меня эстрадно-хореографический ансамбль, получается, там не только модерн, но все остальные направления я тоже практикую. Интересно. Амир, скажи, пожалуйста, тебе все нравится в танцах? Что привлекает? Почему вот именно танцы? Не виды спорта какие-то, ничего, вот именно танцы. Я занимался и видами спорта, но танцы, в танцах, ну, я человек, который любит слушать музыку и с музыкой проводит почти все свободное время, и во время того, как я делаю домашние задания, я слушаю музыку. А в танцах присутствует музыка, и почему бы не потанцевать под хорошую музыку? То есть ты умеешь ее чувствовать? Да. Меломан у нас. Да. А какими видами спорта ты занимался до этого? Видами спорта? Я занимался футболом, я занимался карате 2 раза на разных. Занимался плаванием, я занимался баскетболом. Ну, все это помогает сегодня в танцах? Ну, вообще, бывшее такое спортивное прошлое, что человек занимался все. Помогает. Ну, карате немножко помогает, потому что какая растяжка, да, немножко растяжка осталась от карате. И... Ну и в общем-то выносливость, да, получается? Больше. Выносливость хорошая. А большие физические нагрузки у вас? Конечно, потому что перед каждой постановкой танца у нас идет разогрев, это естественно, потому что без разогрева у нас никогда не получится танца, потому что мышцы могут повредиться. Естественно, мы разминаемся, это и у станка у нас упражнения какие-то есть, и растяжка у нас, естественно, проводится. Вот. А потом сама отработка танцев, она тоже очень много сил требует, потому что, ну, с первого раза, естественно, все не получается. Сразу 15-го или даже 20-го. И сколько раз танец повторяется в целом? Пока не запомнят. Вот пока я не останусь довольна, потому что каждая мелочь, она тоже важна. Допустим, носочек где-то не потянули, да, это уже все видно. Это все видно на сцене, тем более их было всего лишь двое. Когда масса, это, естественно, может где-то что-то... Проскочить. А здесь уже как-то это не пройдет такой номер, поэтому, естественно, я такой человек требовательный, что если мне что-то не понравится, мы будем это... Я останавливаю, мы это делаем заново. Вот. Амир, конечно, в этом плане у нас немножко нетерпеливый человек отрабатывать, но и тем не менее он старался сильно. Амир, болашақта кім болғың келеді? Бір белгілі биші болғың келе ме? Әлде басқа мамандыққа бағыт бар ма? Я еще не задумывался об этом, но, скорее всего, я хочу связать свою жизнь с каким-нибудь... Творческим направлением. Да, с творческим направлением больше. Ну, почему бы не с танцами, например? Нет, с танцами, конечно, можно, но больше все-таки душа лежит к музыке, как бы. Все-таки писать музыку как композитор или исполнять как исполнитель, что делать-то? Ну, не знаю. Изначально я хотел бы писать все-таки музыку как композитор, а потом со временем может прийти к исполнению, как, допустим, многие музыканты делают. Ну, в целом, такие далеко идущие планы. Да. Амбиции есть. Ну, давайте посмотрим на других людей с амбициями, на тех, кто добились успехов, но на спортивных высотах.
на спортивном олимпе и продолжим наш разговор. Біздің арнамыздың спорттық айдарына кезек берек, бірге тамашалаңыздар, арнадан алыспаңыздар. Адырнасын алы өгізден мүмкіреткен, атқан оғы едел жайық тең өткен. Кешегі өр намысты Махамбет атамыз жырлағандай, қазақтың батырлық дәстүрін дәріптейтін жамбату ұлттық спорт түрін бүгінде көп жас біле бермейді. Ал осындай іс-шаралардың көптеп ұйымдастырылуы ұлттық спортымыздың қарыштап дамуына септігін тигізеді. Қазақ халқы ежелден құралайды көзге артқан мерген болған. Ал ұлттық құндылықтарымыздан алшақтаған жаһандану заманда сол кездегі батырлық өнеге қайтадан қарыштап қанат жаймаса да жандану үстінде. Бұған Мәлік Ғабдуллин жүлдесі үшін жыл сайын дәстүрлі түрде жамбатудан өткізілетін Көкшетау мергендері сайысы дәлел. Қырағы көз мергендер додасы биыл өңірде 3-ші рет өтуде. Жарысқа IT мектебі мен Мәлік Ғабдуллин атындағы номер 3-ші мектеп гимназиясының 18 оқушысы қатысты. Сайыс жеңімпаздарын анықтау үшін жамбатудан Қазақстан Республикасының алғашқы спорт шебері Айболат Естей төрелік кетті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, келер жылдан бастап бұл үрдіс жандана түспек. Садақ қаруы, ер қаруы, бес қарудың бірі ата-бабамыздан қалған. Сол бес қарудың бірі болғандықтан және біздің батырлар жерінде бұл садақ туралы көп айтады, қамалдан атын қарғытып, кіндіктен оғын сырғытып деген сонда тұрып тартады, екі бөліп ұшырды аясында тенгені деген сияқты көптеген батырлар жырында бұл садақты мәртебелейтін, дәрежелейтін жырлар көп. Ши үстінен шірке атқан батыр бабаларының ізін жалғап келе жатқан жас мергендер арасынан кіл мықтыны анықтайтын сайыс екі кезеңнен тұрды. Алғашқы кезеңде 3-7-10 ұпайлардан тұратын нысанадан ең көп ұпай жинаған 4 мерген ақтық кезеңге өтті. Қырағылық сыналатын ақтық кезеңде қатысушылар үлулі тұрған жамбыны көздеді. Жамбату өте жақсы өнер, ақтық жинаған атады ғой. Біз енді балаларды атқан мұнда біраз уақыт болады. Сол пока жаяу атқызып жатырмыз. Мына бір бастамамыз, бір екі жыл өзіміздің қырсайдыртым, енді қалаға шықтық. Енді осы өтіп, осы атықшы бала дәріктеп, жазығыны атқан мүгізіп, арғай дамытан деген ой бар. Ұлы даланың жеті ғыры мақаласының аясында жастарға ерекше назар аударылып жатқан уақытта осындай ұлттық ойындарымызды дамыту басты назарда болуы шарт. Ер жігіттің бес қаруының бірі саналатын садақ ату жарысының қорытындысы бойынша IT мектебінің оқушысы Жұмаш Абылай жүзден жүйрік шығып, Мәлік Ғабдуллин жүлдесін иеленді. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Сіздермен бірге Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Сіздерге арналған викториналық сұрақтардың бар екендігін ескере отырып, оларды бірлік қайталап кетейік. Алғашқы сұрақ, қандай бидің түрлерін білесіздер және елімізге танымал бишілерді атаңыздар. Егер осы сұраққа жауап берген жағдайда сіздерге арнамыздың арнайы сыйлығын табыс ететін боламыз. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 252505. Ал бүгінгі хабарымыз би өнеріне арналып отыр. Что ж, уважаемые телезрители, давайте мы напомним вам вопросы, которые прозвучали сегодня в качестве нашей телевикторины, ответив на которые вы можете выиграть замечательные призы. Итак, первый вопрос. Вам необходимо позвонить нам в студию по телефону 252505 и назвать три наиболее популярных, на ваш взгляд, вида танцев. И второй вопрос. Сегодня всего по три. Также вам необходимо назвать трех казахстанских танцоров, известных во всем мире. Но мы продолжаем нашу беседу и ждем ваших звонков. Амир, расскажи, пожалуйста, что испытали, когда получили вот эту награду? Какие эмоции были? У нас было очень много эмоций. Диана после выступления не могла остановиться плакать. Она поплакала немножко. Ничего себе, немножко. Почему такие? Сейчас мы с ней еще поговорим. Да, эмоционально. У нас были небольшие эмоциональные всплески. По моему мнению, все очень хорошо прошло. В целом, радость была? Да, радость была, конечно. Была радость немножко, такое, как чувство удовлетворения, что ли. И конкретно, вот если брать меня, у меня было переполняло чувство гордости, просто на сцене я орала. Я так кричала просто, что, я не знаю, аплодисменты там сорвала. Поэтому
Ну, вот как я уже говорила, что когда выступают мои ученики, тем более, когда у них все получается, как, тем более, когда они занимают уже почетные места, это для меня это, прежде всего, это фееричное просто ощущение, это бабочка в животе, это, как, не знаю, это как, необъяснимо. Это просто надо быть там и просто чувствовать вот эту атмосферу. А конкурс постоянно проводится? Ежегодно? Этот конкурс именно Армандо Старо, он, да. Он первый, пока первый у нас в городе. Поэтому... Нет, ну, первый год вообще в Казахстану. До этого не было этого. Да, он по году молодежи. Он в честь года молодежи. В рамках года молодежи, да, он проводился. Амир, ең алғаш бас жүлде иегері осы Амир деп сені марапаттаған кезде қандай сезімде болдың? Сенімділік болды ма, мен осы жүлде аламын деген байқаудың алдында? Әлде кішкене қорқыныш, қобалжу болды ма? У меня было чувство гордости за именно за себя, за наш коллектив. Ал жалпы байқауға дейін сенім болды ма, мен жеңем деген? Именно после башлин алам деген ой болды ма? Ну, мы надеялись получить гран-при первое место, но мы были и рады и третьему, и второму месту, конечно. И просто даже если бы мы поучаствовали, мы были бы рады, потому что мы получили опыт. А как отнеслись родители, родные и близкие вот к вашей победе? Когда я не сразу позвонил родителям и отцу, маме и бабушке, девушке. Как я приехал, я им рассказал все. Все были очень горды, потому что танцы, они очень влияют на меня, и это замечают все, включая моих вот. Положительно влияет? Конечно, положительно. А в чем влияют. Это проявляется? Это проявляется. Да. Это проявляется в моей осанке. У меня родители всегда говорили мне, чтобы я не горбился, не ходил. В физическом плане, да. Это прежде всего, потом это чувство ответственности, потому что он знает, что танцы это не просто так, это ты несешь ответственность не только за себя, за партнера, за саму. И во время танца ты взрослеешь. Получается, ты дисциплина, да, еще какая-то? Естественно. Да, есть дисциплина. Я очень требовательна в этом плане, то, что если на репетицию, вот ты должен прийти на репетицию, если ты должен прийти в форме, ты должен прийти в форме. Вот, работали над этим, и все получилось. А какие костюмы были в этом танце «Держи сердце»? А у нас была как свободная форма, можно сказать. Простая, совершенно простая. Ну, из повседневной жизни. Мы не стали придумывать какие-то там... Нереальные образы. Да, нереальные образы. Mm-hmm. Нет, это обычная девочка с мальчиком, которого вот взяты из жизни. Это же жизненный опыт, но поэтому... А декорации ничего. Какие-то были? Только реквизит. Да, только реквизит. Это палочка, получается, которую... Вот, используют слепые люди, потом стульчик, на котором она сидела, книжечка, на которую она читала, в принципе, ну и все. Ничего лишнего. Я акцентировала внимание. Почему в дипломе написано «Дуэт, дыши сердцем»? Это танец или дуэт все-таки? Ой. Или вы и дуэт решили так назвать? Мы дуэт решили так назвать. Uh-huh. Ну, в принципе, мы назвали это танец так, да, но просто так получилось, что мы ее переименовали как в дуэте, потому что, ну, самба немножко к этому танцу немножко не подходит. Да, и вы решили вот так, да. Вот, только чисто для ради конкурса. Көрермендерімізге таныстыра кетсек, бірінші республикалық армандастар байқауының гран-при иегерлері Диана Торгаутова, Амир Бейсенов дейді. Міне, шын жүректен құттықтаймыз біздің көкшелік жас өнерпаздар. Да, действительно, большие молодцы, что смогли завоевать такую почетную награду. И все-таки, как ставится танец? Сама технология интересна. Вот я как человек далекий от этой сферы, я вообще не понимаю. Вот вы говорите, что вот, ну, кроме реквизита и обычной одежды, костюмов ничего не было. Угу. Как движения отрабатываются, как это все придумывается? Это же вообще танец, получается, вы создаете сами, вы его сами придумываете полностью, от и до. Да. Как это происходит? Видите, каждый хореограф, он работает индивидуально по-разному. Есть много систем, по которым создаются вообще танцы. Вот конкретно если брать меня, например, я вдохновляюсь прежде всего музыкой. Вот, я слушаю много музыки в интернете, например, да, вот я что-то, вот мне понравилось, например, да, если у меня пойдет какая-то картинка в голове, да, я сразу же ее пытаюсь как-то воплотить, а как это будет, что бы я сделала дальше, какие бы я движения здесь наложила, в каком это стиле будет, например, ну и так далее. Потому что некоторые хореографы, например, они придумывают сначала движение, а потом ищут под нее музыку. У меня так не происходит, потому что у меня
фантазия работает немножко по-другому. Я сначала должна услышать музыку. Если она меня, как мы в народе говорит, торкнет, да, вот прям хорошо, прям вот она мне сильно понравится, да, я на ней заостряю внимание. И зацепить должна. Зацепить, она меня за душу прям взять должна, потому что вот эта мелодия, под которую мы выступали, мне предложили вообще ее ребята. Вот, я ее прослушала, все, я другую больше мелодию я не захотела, все. Дальше я взяла сюжет. Сюжет, как он, получается, придумывается? Это мог бы, конечно, это просто модерн поставиться, постановка между двумя людьми, обычный набор движений. Это можно было поставить, но если брать конкретно конкурс, я бы хотела бы туда уже какой-то вложить сюжет конкретно, да? Тему, почему я такое взяла, я уже сказала. Вот, но конкретно движение, это все у меня из головы выходит, потому что я заранее их, честно, не придумываю. А что-то вот по ходу создается? Я всегда так и работаю. Или все создается вот, по ходу? Вот у меня такая... Вы страшны своей импровизацией. Да. Я люблю эту фразу повторить. Мне тоже кажется, импровизация – это лучшее оружие всегда любого творческого человека. Я сначала должна вдохновиться, вот ребята зашли ко мне, да, вот я сразу же почему-то начала на них, вот я хочу, чтобы вы это сделали, я хочу, чтобы вы это сделали. Заранее я никогда не придумываю. И вы им показываете движение. Да. Самое интересное, я это потом и запоминаю, потом я это все отрабатываю. Это у меня с годами так сложилось, это всегда у меня было. И начинаю, театр дал мне хороший опыт в жизни, поэтому... У вас был театральный опыт? 13 лет я работала в Казанском театре. Хореограф? Балетмейстером, да. И поэтому, когда приезжал к нам режиссер, например, да, он вот послушай эту мелодию, что у тебя идет сюда, да, и я вот начинаю вот фантазировать. И вот эта фантазия у меня с годами выработалась, и я уже привыкла так работать. Вот, поэтому я не изменяю своему стилю. Сюжет на этом ашивать Аласова, Укрыга Халева Салат? Все начинается с того, что слепая девушка, она читает книгу. Руками. Да, с помощью осязания. Она сидит в парке, никого не трогает. И появляется он. Появляюсь я с баскетбольным мячом. Изначально вот просто получается так, что она мне понравилась, я хочу как бы немножко напугать ее. Поиграть там что-то где-то с ней. Я кидаю мяч в стул, чтобы она испугалась. Она, правда, пугается. Она пугается. И сильно, причем она хорошо это сыграла, Диана, молодец. Ну, скорее всего, что потом плакала, видимо, действительно. Было достаточно сильно. Хорошо, что не попал. Давай дальше, рассказывай я. У меня такой вопрос. Диана изначально знала, что будут кидать мячиком в стул? Сама Диана или да. сама героиня? Диана. Конечно. Ну, не то, что в стол, он как бы хочет с ней поиграть, да, поиграй со мной, да, но она этого сделать не смогла, потому что она не словила этот мяч. Главное, что Диану предупредили. Естественно. На сцене в Астане был небольшой казус с тем, что там сцена намного больше, чем в ДК «Дастар». И расстояние намного больше, соответственно. Мячик надо было докинуть. Да, главное, это еще надо было докинуть. И вот пригодились его способности именно спортивные. Еще надо было именно попасть в стул. Там ножки были очень тонкие, и надо было именно в ножку попасть. И все это сделать в музыку, вот что самое интересное. И я делал просто нереальные шаги, чтобы хоть чуть-чуть ближе подобраться к стулу, и бросил. Но, тем не менее, это получилось. Да, Диана, получается, получилось. Она по сценарию пугается. Ну, давай ты сам дальше. Потом она пугается, она скидывает книгу и ищет сразу свою палочку. А я в этот момент должен был подбежать и как бы подать ей книгу. И а тут он увидит. В момент, когда я поднимаю книгу, хочу ее отдать, я вижу, что она не видит, она с помощью палочки уходит дальше. С помощью танца он подбегает к ней, начинает просить прощения, да, и как бы у них завязываются такие, как не то что отношения, да, как они начинают в танце общаться. Самый лучший момент был просто в моей памяти. Это был момент, когда у меня был там момент, когда я осознаю вину за это. Вот после того, за что я подал. Заброшенный мяч? Да, заброшенный мяч, потому что я не знал, как бы. И в этот момент я должен был как бы немножко разозлиться, показать эмоции. И я кинул... Сам на себя. И я кинул книгу об стул. Во время репетиции я так две или три книги, да, испортил? Да, мои причем. Я так две или три книги испортил просто тем, что... Иногда бывает, человек вживается в роль и слишком сильно. Да, и я по характеру немножко человек вспыльчивый, и вот... Получилось так, что я 2-3 книжки испортил, и там во время выступления тоже немножко. В библиотеку вас вашим танцем, конечно, не пустят. Да.
Ну, на репетициях, естественно, мы использовали реквизит, который уже, скажем так, не актуален. Да, и получается, во время танца они общаются, и в конце концов уже заканчивается тем, что там есть у меня пара поддержек, да. И вот на одной из поддержек у Дианы, то есть у героини, не получилось с ним станцевать, да, и вот она ему в танце жестами рассказывает, я слепая, извини, то, что у меня не получилось с тобой станцевать до конца, например, да, он предлагает ей трость, возьми трость, она от нее отказывается, она прям бросает ее на пол, потому что я не хочу больше видеть, ну, не то, что видеть, чувствовать эту трость, и Амир предлагает, тогда пойдем со мной. Диана соглашается, и они садятся вместе, потом они садятся в конце друг пути друга, и Диана просто начинает его руками изучать в конце. Mm-hmm. И в конце у нас звучит небольшой стих такой, душераздирающий. Вот, и, в чем исполнение? Исполнение десятиклассницы с нашей школы. Да, мы просто взяли ее голос, да. Получается, и просто наложили как четырехклассницу, чтобы звучал именно детский голос именно в это время. Mm-hmm. И этим мы закончили танец. Замечательно. Спасибо большое, Амир. Блин, с вами мы сейчас поговорим. Амир, с тобой будем прощаться. Мы благодарим тебя за то, что сегодня пришел к нам в студию. Ну, сиди пока. Мы сейчас с тобой еще немного поговорим. У тебя есть возможность высказать свои пожелания, передать привет. Не знаю, кому я могу передать. Родителям, одноклассникам, близким, друзьям. Всем привет. Мои будущие пожелания людям... Вот как я. Достигайте. Да, достигайте. Не бойтесь никогда. Это все стоит того. Да, беру отсюда. Сюда. Ну, это стоит всего. Это стоит того, чтобы ездить, чтобы тратить на это силы, время. Нервы. Угу. Ведь в конце вы достигаете своей цели, вы приходите к нам победу. Спасибо большое, мы тоже желаем тебе успехов в дальнейшем. Будем надеяться, что у тебя все получится не только в танцах, но и в твоей дальнейшей творческой карьере. Спасибо. Ну и сейчас специально вот в вашу честь, я думаю, вам понравится музыкальная композиция, все как вы любите. Да, спасибо. Ой, болса шағын музыкалық үзіліс біздің қымбатты қонақтарымыздың құрметіне арналады.
Ардақты көремен біз жалғастырамыз эфирде Көкше Нұры таңғы танымдық көңілі шар бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып бей өнер бегі деп аталады. Бей өнері жалпы әдемілік әсемдік өнері. Егер осы бей өнеріне қатысы қызықты ақпараттарыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Ал дәл қазір біздің студиямызға керемет талантты жас биші деп айтуға болады. Келіп жайғасқан екен, оларды таныстыра кетейік. Да, мы обещали вас познакомить с напарницей Амира, которая также победительница этого конкурса. Это их общая заслуга. И вот наши гости Евелины тоже вам в большей степени, наверное, потому что все-таки как руководителя. А и гостью нашу зовут Диана Тургаутова. Здравствуйте, как настроение? Отлично. Да, это вот человек, который смог как раз-таки сыграть слепого, что очень непросто. Да, это было очень сложно, наверное. В первое время, когда мне только рассказали об идее всего танца, меня это немножко смутило, но дальше с репетициями, с попытками я более освоилась, и на сцене это было. У меня один вопрос только. Я хочу задать его на протяжении всего эфира. Как только я услышала о сюжете, он у меня сразу возник. Изначально героиня сидит и читает книгу, правильно? Да. Руками. Специальные книги для слепых. Вы предугадали, да, мой вопрос? Конечно. Все мелочи, которые, как я еще раз повторюсь, все, в этом плане щепетильно. Мне просто было очень интересно, как она могла читать книгу, если она слепая. Но думала, что, может, творческий подход какой-то. Ну, смотрела в одну точку и просто вот как проговаривала каждое слово. Вот я прям заставляла ее артикуляцию вот ртом, прям, чтобы она это все проговаривала, чтобы она именно точку держала. То есть тот случай, когда танцуют даже вот губами? Да, да, совершенно верно. Потому что это театральная, прежде всего, постановка. Что сложнее стать, просто танцы или театральные? Театральные танцы, естественно, потому что танцы, например, если мы ставим какую-то постановку просто, да, ну, на коллектив, например, да, или соло и так далее, там, получается, мы выдаем просто эмоции радости, да, как говорится, что мы играем со зрителем, мы играем глазами, а здесь уже конкретный сюжет, здесь ты должна уже вжиться в роль, сыграть героиню. Например, такие танцы именно сюжетного плана, они сложны тем, что ну да, это, в первую очередь это как, когда ты вживаешься в чью-то роль, например. Вот даже если я ставлю танец кошек каких-то, да, то, естественно, ты должна все повадки изобразить этого животного, например, да. Да, ты должна за ним наблюдать как-то, да, что вот какие-то вот элементы ты должна взять у него конкретно. И вот поэтому я думаю, что это сложнее намного. Да, я не думаю, я знаю, что это сложнее. Вы сказали, что у вас 35 человек занимается. В данный момент в старшей группе, да. Вот Диана с Амиром — это одни из них. Да, да. Это старшая группа моя. Они лучшие из этих 35? Почему вот именно они поехали на конкурс? Конкретно по каждому ребенку я скажу. Амир, например, мне нравится тем, что он очень открытый, он очень... От него такой свет идет изнутри какой-то. Я не знаю, когда он просто заходит в хореографию, например, да, и все это, ну, как сын родной, я не знаю. Я не представляю, чтобы он не зашел, да, и не поздоровался просто, да. Я не скажу, что он прям любимчик мой, да, для меня все дети равны, но именно этот мальчик на сцене, он олицетворяет раскрывается какой-то... По-своему. Да, да, угу. Он красивый на сцене, а Диана, она безумно талантливая девочка в плане того, что она у нас хип-хоппер вообще сама по себе, да. Но я называю таких детей универсальными, потому что она может танцевать как и народные, так как она ходила на народные танцы, так и модерн, так и, ну, все остальные, потому что она у нас девочка... Лепи не хочу называется, как я так называю своих детей. Вот. Диана, сколько лет ты уже занимаешься танцами? Танцами я начала заниматься, когда еще была маленькой. Ну, я начинала с народных танцев, наверное, с лет 5 или 6. Меня мама отдала в ДК Кокштау. И вот тогда я уже пробовала выступать на сцене. Вот недавно я посмотрела видео, как я выступала. Я, наверное, была единственным ребенком, который бегал, так вот оглядывался и искал своих родителей на сцене. Но вот спустя несколько лет я продолжала танцевать. И вот когда я поступила в НИШ, я начала пробовать разные стили, потому что именно хореографы, они нам помогали разнообразить наши стили. И вот даже сейчас мы репетируем танго. Хотя это очень непривычно для меня. Диана, сахнада шынай жылады деп естідік. Қалай болды? Тоқтай алмай жылапсың. Шынай актерлық шеберліктен бе? Мен мектепте театр өнеріне барамын. Және де менің арманым
был сахнада өз өнерімді көрсетті. Я өнерімді көрсетті және де. Актриса болу? Мен білмеймін. Загадывать не буду, да? Ну, ты не хочешь стать актрисой в будущем? Почему, если есть задатки театральные? Менің ойымша актерлік шеберлік ол көп уақытты талап етеді және де Асылбек Сәлімжановичтің айтуы бойынша жалпы бұл оңай емес және де мен болашақта дәрігер болғым келеді. Осы уақытта сен өнермен айналысып жүрсің, болашақта дәрігер. Как это связано? Вообще. Мне кажется, это немножко несопоставимые. Врачи — это совсем не творческие профессии. Ну, насколько я знаю. Там особо творить нельзя. Ну, просто... Дәл қазіргі әлде сенікі хобби ғана ма? Танцы — это для души, я так думаю, что... Да, это просто для того, чтобы выражать свои эмоции, наверное. Больше всего мне нравится именно в театральном искусстве, в танцах то, что я могу показывать, кто я, и это помогает мне как-то общаться с людьми и как повышать свой статус, может, или самоутверждаться. А что насчет будущей профессии, я хотела бы рассмотреть именно как себя, ну, вижу себя как врача, и мне мама тоже так говорит. Ну, неплохо, да. Угу. В любом случае, помню. Такая профессия очень полезная, очень важная в наше время, особенно, ну... Будем надеяться, что у тебя все получится, и танцы ты при этом не забросишь. Сейчас есть талант, его нужно все равно развивать. Спасибо. Диана, беге дайындық барысында қандай қызық сәттер болды? Айта аласың ба? Қанша уақыт дайындалдыңдар жалпы осы конкурсқа? Қанша уақыт кетті? Бастапқыда бұл би, ол қашан қыркүйек айында ма? Әлде? Ол күзде бұл, біз оны дайындадық, бірақ та кейін бізге бір апта бұрын ма Эвелина Михайловна жалпы бұл байқау туралы айтты, және де біз оны бір тәжірибе ретінде санадық, бірақ та кейін біз гран-при алдық. Қаныштымыз. Қандай қызық сәттер болды? Қызықты сәттер? Дайындық барысында әмірмен бір келіспей қалу деген сияқты болмаса, дайындық барысында өтірік жылап, конкурс кезінде шынайы жыладың ба? Дайындық барысында мен ешқашан жылаған жоқпын, және де маған менің сезім туралы әрқашанда бір пікір айтты, және де кеңес берді, бірақ та ең қызықты сәттер бұл Астанада болды, себебі біз бірінші рет бір бөлмеде, бір үйде тұрдық, және де мен үшін бұл өте қызық. Естен кетпейтін сәттер ғой. Спасибо. Ну что ж, сегодня раз у нас творческий эфир, давайте сделаем небольшую творческую паузу, потом продолжим наш разговор. Элегиялық етюдтер айдарына кезек берейік, қымбатты көрермен, арнадан ауыспаңыздар. Сен қайда жүрсің, мені осынша сағындырып. Жүрегімді лаулатып жалын қылып, мен сені іздеп жүрмін, шығарау деп жарқ етіп түзден бір күн, мазасыздық жайлаған жанымды ұғып. Жинап жүрмін жүрекке ашуыза, кеудемде қамалған үн, шаттығым мен пәк күлкім ән арманым, басқаларға айталмас сырымды мен ішімдегі бүгіп жүрмін, ақтаруға тек қана саған бәрін. Жанымды жайып салам, көмілмей жасқа мұңға, орап алып сағыныш ақсағымға, қымсынбаймын бар әлем қарап қалса, сені ұйықтатып алдым да таң атқанша, отырмын көзіме бас жағында. Арпалысқан сәтте сол сағыныш, наз, қимастық, арман, үміт, әттең атып қалдау таңда күліп, әлде әйнектен қызғанып айғарай ма, ол да сені нұрымен аймалай ма. Уважаемые телезрители, напоминаю, в эфире по-прежнему утренняя программа «Кокщи Нуры». Мы ждем ваших звонков по телефону 252505. Давайте я напомню вопросы нашей телевикторины. Первый вопрос. Вам необходимо позвонить нам в студию, назвать три самых известных, на ваш взгляд, направления танцев. И второй вопрос. Вам необходимо назвать также трех известных казахстанских танцоров. Известных, может быть, на весь мир. Мы ждем ваших звонков. Спасибо.
Кымбатты көрермен, осы тұста викториналық сұрақтарды тағы да қайталап кетейік. Алғашқы сұрақ, бидің қандай түрлерін білесіздер. Екінші сұрақ, елімізге танымал бишілерді атаңыздар. Жауап берген жағдайда өздеріңізге арналған арнайы керемет сыйлықтың бар екендігін естеріңізге сала кетеміз. Біз бағдарламаны жалғастырамыз. Да, давайте продолжим нашу беседу. Юля, у меня к вам вопрос возник. Причем такого характера. Вы сказали, что у вас занимается 35 человек в старшей группе. Да. Как организовать вообще процесс обучения танцам, когда 35 человек находятся в одном помещении? Это больше, чем стандартный класс, насколько я понимаю. Да. И это как на уроке физкультуры примерно. Потому что это же, ну, это сложно. Свободно, никто не сидит на местах. Конечно. 35 сейчас человек успокоить, систематизировать. Сейчас я вам расскажу. Это будет долго. Я сейчас за больное заделаю. Да, это больное, это больная тема. Вмещаемость нашего класса, конкретно нашего хореографического зала, но где-то примерно на 25 человек. У нас вмещаемостью. Количество моего коллектива это 35 человек. Сами понимаете, что, ну, естественно, в процессе учебы дети заняты настолько, что приходит не полностью коллектив, например, да, вот где-то пропускает, где-то приходит, ну и так далее. Вот, поэтому... Но вы требуете, чтобы приходили постоянно? Ну, это естественно, но, понимаете, во время учебы, например, я как бы не могу прям так, ух, прям не придете, все, я вас выкину с танца. Нет, конечно, учеба – это прежде всего. Вот. А если, например, перед каким-то концертом, да, естественно, у нас когда генеральная репетиция, мы собираемся все вместе, и вот начинается самая сложность, потому что места не хватает. Нам приходится выходить в наш атриум, ну, большой коридор при школе, и репетировать уже там, потому что это место уже, в принципе, позволяет. У нас есть и аппаратура, с которой мы можем работать, и микрофоны. Вот мы прям включаем микрофоны, начинаем прямо, либо мы идем на нашу сцену, в актовый зал. Вот, вот там уже место побольше, а сама репетиция, она у нас происходит именно, да, у нас в хореографическом зале. У нас еще такая возрастная категория, которая, правда, не успокоишь, потому что ходят как мальчики, так и девочки. Вот с мальчиками у нас немножко проблемы, потому что они у нас все эмоциональные. Сами понимаете, что переорать всех – это просто нереально. Еще звучит музыка, еще и кричат дети, еще и я кричу параллельно. Да, это, ну да, это сложно, но результаты зато превосходят все ожидания. Потом на сцене дети выкладываются, они чувствуют всю ответственность. Ну, тем более так. Какая атмосфера царит тут, Диана? Да скажи нам. Ну, веселая. Так, что не предвзято. Ну, подождите, не подсказывай. Атмосфера, правда, веселая, потому что все дети шутят, когда танцуют. А некоторые забывают движения, другие не смеются. Да. Это выглядит очень весело, но с другой стороны, надо, ну, осознать всю серьезность выступления. И мы знаем то, что будем выступать на глазах всей школы. И все равно спустя некоторое время дети относятся к этому, да, пытаются относиться серьезно и по максимуму приходить на сами занятия. Как можно разучить танец с детьми, когда их 35 человек? Это общий танец, все 35 танцуют. Все 35 танцуют. Ну, вот как я уже ранее рассказывала, что я прорабатываю. Да, при этом вы еще индивидуально, да, бывает, берете. Естественно, если я вижу, у кого-то сильно пару, получается, допустим, да? С ними, да, отрабатывают. Да, вот в данный момент, например, мы изучаем танго. Ну, танго как танго? Он немножко стилизованный, он, опять же, да, он не идет в чистом виде. Танго – это спортивно-бальный, да? Да, по-моему? Это спортивно-бальный танцев. Я где-то по чуть-чуть беру, потому что я стараюсь немножко разнообразить свой кружок и свои танцы. Вот у нас в преддверии 8 марта мы вот ставим такой конкретный танец. Так, секрет выдала. Вот. И если я вижу, что у пары не получается, я беру, естественно, индивидуально. Вот. Могу взять просто танцора, да, с собой уже, как с профессионалом, да, что я могу это правильно показать, например, если что-то не получается у конкретного ребенка. Вот. Некоторые пары сами просятся, например, можно мы придем в такое-то время, мы будем с вами заниматься. Ну, естественно, мои двери всегда открыты, поэтому, то есть наши двери всегда открыты. Вот. Вы принимаете всех желающих? Всех желающих, абсолютно. Не смотрите на уровень? Я стараюсь на это не обращать, как вам объяснить, с каждого ребенка можно вытащить личность, вот, я стараюсь работать не только вот с растанцованными детьми, как мы говорим, да, которые ходили когда-то в коллективы, нет, ни в коем случае, я принимаю всех детей абсолютно, потому что для меня они все равны, они должны стать одним коллективом, чтобы уже в последующем, да, показывать какие-то результаты, не только на конкурсах, но и просто на сцене, например, да, придет, например, родитель, да, вот они покажут ему свой результат, что я смог, я преодолел свой страх, например, перед сценой, да, вот. И если даже ребенок немножко где-то зажатый, то танцы, они колоссально позволяют ребенку просто вытащить из себя вот эту уверенность в себе, вот, поэтому я считаю, что... А бывают дети, да, которых, ну, пластика, допустим, отсутствует? Да.
так. Ну, это невозможно воспитать и научить, да, этому? Нет, нет, почему? Ну, конечно, если природная пластика, это видно сразу, да? Не обращай вот внимания, это моя детская психологическая травма. Да. Я знаю, что у меня она отсутствует абсолютно. Но хотя бы технически, например, технические наработки у ребенка это можно вытащить в любом разе, да, научить слушать музыку. Но дальше технических наработок это не пойдет. Если у него еще отсутствует слух у этого ребенка музыкального. Слух тоже можно наложить на музыку, лишь бы вы, так, по секрету вам скажу, профессиональный мой секрет, если вы умеете считать до 8 в музыке, то у вас пойдет все. Это вот я всегда так говорю, до 8 считать умеешь, все, раз, два, три, четыре, да, вот под раз ты поднял руку, под два ты вторую руку поднял, например, да, ну и так далее. Вот, технически наработать это можно. Да. А если ребенок уже заинтересован в танцах, он уже сам старается вытащить из себя вот эту пластику, да, потому что я стараюсь в ребенке воспитать вот эту вот, изюминку. Пластика все-таки природный дар, он должен быть изначально, развить его невозможно. Нет, развить его возможно. Она в каждом ребенке есть, просто у каждого она разная. Вот. У кого-то она прям такая природа-природная, например, вот я считаю, у Дианы, она природная просто пластика, например. А есть Амир, например, да, которого я вытаскивала эту пластику, понимаете, потому что он немножко, он мальчик, да, он немножко грубоватый где-то, да, потому что он спортом всю жизнь занимался, он брейком всю жизнь занимался, а вытащить именно пластику вот в модерн стиле, да, из него было немножко сложновато, но он сделал это, тем не менее. Ну вот к вопросу о музыке. Нет. Давайте прервемся на музыкальную паузу. Хорошо. Немножко передохнем от нашего диалога, выпьем кофе и продолжим разговаривать. Арнада шағын музыкалық үзіліс. Біздің арнадан ауыспаңыздар.
Дорогие друзья, в эфире по-прежнему утренняя программа «Кокшенуры». Сегодня мы говорим о танцах. Мы продолжаем нашу беседу. Жана саған сұрақ, осы жүлдегер атандың деген кезде қандай сезімде болдың? Жылап тоқтай алмай қалдың ба? Шынында мен жылағым келді, бірақ та... Қуаныштың көз жасы ғой. Иә, бұл әрине қуаныштың көз жасы, және де мен кішкене болсам да қатты уайымдадым, және де толқыныс сезімдер болған шығар. Иә, мен және де бізге біз гран-при жүлде екеріміз деп айтқанда мен әмірге солай «Амир, Амир, бізде гран-при, Амир, Амир!» ауыл тұр осылай. Және де мен не болғанында соншалықты жақсы есімде жоқ. Қалмаған. Барлығы сенің эмоцияңмен бірге есімде сақталмаған ғой. Ең бастысы қуанышты сәтте. Біз де қуаныштымыз, осы біздің көкшетаулық өнерпаздар республикалық байқаудан бас жүлде алды деген, біз үшін де мақтаныш. Сондықтан да болашақта көптеген шығармашылықтар тілейміз. Ал осы өнеріңе ата-анаң, отбасың қалай қарайды? Қолдай ма? Әрине де олар мені қолдайды. Және де ең қызықтысы олар мені қандай да бір іс-әрекеттерді жасауға міндеттемейді. Яғни бәрібір де бұл менің ынталасым. Және де егер мен ынталасам, мен оны жасаймын. Егер мен осыған мен ықыласым жоқ, мен оны жасауға міндетті емеспін. Және де, яғни олар мені әрқашанда қолдайды. Және де, егер ол мен үшін өте пайдалы болса, олар оны менің мақсатыма жету үшін олар барлық жағдайды жасайды. Жағдайды жасайды. Жана, сен Назарбаев атындағы зияткерлік мектептің оқушысың, иә? Нешінші сыныпта оқисың? Мен 9-шы сыныпта оқимын. Сабақ үлгерімің қандай? Қандай пәндерді жақсы көресің? Мен қай бағытта? Математика ма, әдебиет саласы? Мен биология пәндерін ұнатамын. Және де, ну, раз ты врачом собираешься. Және де, негізінен мен осы 8 жыл мен 5-ке оқимын, және де әрқашанда мадақтаманы аламын. Қазір болса, менде 4 пен 5 сияқты. Қазір 4-тер араласып кеткен ғой. Иә. Өнермен айналысып жүргендіктен шығар. Ал қандай музыка тыңдағанды ұнатасың көбінесе? Қандай стиль, қандай бағыт, қандай жанр? Мен хип-хоп бағытындағы рэп, және де рэп және де метал араласқан өлеңдерін тыңдаймын. Көбінесе рэп тыңдайтын жастар өздері рэп жазып жатады. Сенде ондай қасиет бар ма? Жоқ. Ондай жоқ? Менде ондай қасиет жоқ. А под какую музыку вы танцуете в основном? Именно в кружке или вообще? В кружке. В кружке. Там разная музыка абсолютно, потому что я ставлю разные танцы в основном. Народные, да? Народные. У нас в Назарбаеве индивидуальной школе три хореографа. Получается, у нас есть руководитель народного конкретно ансамбля Динара Алихановна. У нее уже направление фольклор, народный танец сценический. И Айдар Абельханович, который у нас вот ведет кружок конкретно хип-хопа. Вот, поэтому мое направление конкретно – это эстрадно-хореографический ансамбль. Там он включает в себя, вот, ну, перечислял, да, контемп, и все из него вытекающее. Mm-hmm. Вот, поэтому у нас разноплановые кружки. Ребенок, если пожелает, например, он может сделать выбор. Во всех кружках своя музыка все-таки, от направления зависит. Да, да, в основном да. Но если от нас требует, например, танец какой-то общий, то мы уже сообща уже делаем большие танцы, например, на мероприятия на большие, да, поэтому... Так, это всего сколько детей танцами занимаются в школе? До полшколы. Так популярно это? Ну, это востребованный, да, кружок. Просто я не помню, чтобы, когда я учился в своей школе, чтобы у нас кто-то занимался танцами, в крайней мере, много людей. Кружков у нас проводится очень много, потому что у нас забито, допустим, когда вот дети освобождаются, у нас от и до. Дети у нас не выходят с хореографии, поэтому мы еще ведем уроки. Особенно мальчиков много. Мальчиков вот как раз-таки с мальчиками чуть-чуть. Ну, нет, у нас как бы наравне, да, но мальчиков немножко меньше, чем девочек. Вот, потому что у нас мальчики в основном ходят на хип-хоп, потому что, ну, это востребованный танец, да, для них это очень показать себя. А конкретно вот ко мне ходит 11. Чем отличается хип-хоп от брейк-данса?
Брейк-данс предполагает в себе больше движения, которые делаются на силовые какие-то, на руках, больше внимания. А хип-хоп это конкретно уже, скажешь? Хип-хоп это, можно связать это с паппингом, с Майклом Джексоном. Также с паппингом очень много мне сейчас дало. Я думаю, что 99% наших телезрителей примерно столько же. Также обычный кач. Ну, я считаю, что хип-хоп мы не можем делить на что-то там. Это хип-хоп, это не хип-хоп. У него просто есть разные направления. И какое бы ты направление ни выбрал, у тебя все равно будет твой стиль отличаться от других. То, что танцевал Майкл Джексон. Да. Но это хип-хопом нельзя назвать. Это его индивидуальный... Да, это собственный стиль, который вот внес вообще в лепту просто... Танцором во всех направлениях, да. Лунная походка и так далее. Естественно, да, это все индивидуально им придумано, поэтому многие пародируют его, стараются подражать ему, это говорит о том, что это уже... У вас есть те, у кого получается танцевать лунную походку всего? Действительно, удается полностью. Удается полностью. А как же говорили, что у Джексона были специальные ботинки, которые скользили и так далее? Нет, это, наверное, скорее всего, больше связано. Это миф. Да, это, наверное, миф, потому что а в основном это просто как бы баланс или... техника просто наработанная. Да, техника, же, что ты можешь перемещать свой вес и все равно оставаться в равновесии. Тоже. Ну, естественно, так как у него не получается, мне кажется, ни у кого, потому что, ну, интерпретация, например, в этом плане есть, конечно, да, где-то спародировать, показать то же самое, но как он, это, конечно, не сделает никто. Ну, это мое мнение чисто. Ну да, все-таки учителя еще никто не превзошел, ни один из учеников. Ну что ж, наш эфир плавно подошел к концу. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли к нам в студию, поделились с нами секретами танцев, рассказали о своих победах, о том, как вообще все это у вас происходит, как работает кружок. Мы вас благодарим, желаем вам дальнейших успехов, счастья и всего самого наилучшего. Спасибо большое. До свидания. Вам спасибо. Қымбат телекөрермендер, осы жерден хабарымыздың кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Арайлы батқан таңдарыңыз үш уақыты болсын десеңіз, Көкше телеарнасы қосулы болсын. Біз сіздермен әр күндері жолығатын боламыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Да. Всего самого наилучшего вам, уважаемые телезрители. На этом наш эфир, к сожалению, незаметно подошел к концу. Мы бы с радостью побеседовали еще, но, к сожалению, время диктует нам свои условия. Хорошего вам дня, позитивного настроения и всего самого наилучшего. Жүректердің де ерте келем, жүректердің
Yeah.